Всем привет! Продолжаем изучать такую программу Sculptris Alpha 6. Очень интересно, очень мне нравится. Большие у нее возможности, может, будут в будущем. Давайте рассмотрим, как делать каркас персонажа. Вот так можно делать в этой программке полностью. Давайте теперь рассмотрим, как. Нюансы. Поехали. Открываем сферу полностью и начинаем моделировать персонажа. Вот, допустим, у нас есть образцы. Мы их установили. Для начала нам нужно поработать с центральной сферой. Мы включаем симметрию. Не забывайте. Делаем приблизительно форму тела. Не забывайте, где у вас центра. Вот этот центр. Допустим, вот пометить его можно вот так для себя. Чтобы потом, когда модель загружалась, не загружалась, допустим, спиной или боком как-то там. Вот так вот. Ну, давайте, поехали, наметим. Сначала давайте полностью нарисуем на ней каркас. Вот, пресс будет. Наложим крылья. Лучше моделировать с включенным клеем. Вот так вот. Поясницу сделаем. Вот мы наметили. Теперь клей отключаем. Намечаем шею. Вот так вот это дело будет. Намечаем плечи. Вот так это дело будет тоже. Сначала это неказисто. Все. Некрасиво. Ну, все это поправится в процессе работы. Вот это будет у нас таз. Намечаем ноги. Вот здесь будут ноги. Прям побольше наносите материала. Не жалейте его. Уменьшаете кисть, наносите приблизительно, где будет ключица, мышцы набрасываете. Потом уменьшаете, подводите тело более-менее, ну, чтобы было похоже. Давайте сделаем ягодицы. Полностью я не буду показывать, как делать, просто процесс весь. Ну, как в принципе делать. Вот руки у нас одинаковые идут, вы видите. Поэтому можно работать еще с симметрией. Можно использовать маску. Даже не можно, а нужно, чтобы все было хорошо. Обводите, где у нас руки. Все отметили. И теперь давайте будем вытягивать. Уменьшаем. Вот так мы их вытянули. Теперь нарисуем локти. Еще нанесем массу. Чтобы было лучше нам вытягивать. И теперь эту массу тянем вот так. Здесь будут плечи, голова. Вот такое у нас получилось. Давайте подкорректируем теперь таз.
чуть вниз его оттащим, сделаем. Самое интересное в этой работе — следите за движением полностью тела, наклоном его, как бы он стоял на самом деле. Изучайте анатомию, пропорции. Вот так у нас все это дело получается. Потом мы руки одну выше, одну ниже подкорректируем. Вот так вот. Так, давайте нанесем голову. Поставим побольше. Моделируем голову. Включаем клей. Вот так у нас будет голова. Давайте нарисуем тут мышцы. Вот так вот. Плечи. Не смотрите, что сначала все криво. Все это потом подправится. Все это нарастится масса. Все будет хорошо. Вот так это все делается. Пресс. Теперь отключим симметрию. И теперь давайте придадим ему правильный вид. Уведем этот бок сюда. Этот прибавим чуть. Уведем голову в сторону. Эту руку сделаем чуть больше, чуть дальше. А эту сделаем чуть ниже. Вот. И эту руку мы уводим в бок. Желательно со всей массой, чтобы не ломалось. Вот, а эту руку чуть-чуть подкорректируем так. Вот так. Потом в процессе все это будет еще меняться. Все будет хорошо выглядеть. Разворот головы сделается. Так, теперь давайте посмотрим, как ноги делать. Мы симметрию отключили для того, чтобы, видите, у нас одна нога уходит в бок, а другая стоит по-другому. Вот давайте сначала вот эту, которая в бок уходит, мы вытянем. Вот она ровно у нас идет. Сейчас. Используйте ракурсы, чтобы нога правильно тянулась. Лучше тянуть ее сбоку. Потом ее подкорректировать можно. А можно, допустим, ввести ее двумя этапами. Допустим, вытягивайте чуть-чуть. Потом рисуйте колено. И от колена уже тяните ее в бок. Есть неудобства в этой программе, вы видите, но в принципе они не так катастрофичный. Все это исправится. И теперь давайте вторую ногу вытянем. Тоже сделаем так, наверное. Чуть прибавим. И уведем ее в бок ногу.
Вот такой каркас у нас получился. Дальше мы теперь нарабатываем мышцы, наносим вот так вот. Можно клеем. И все, и вот такой каркас у нас получился. Ничего сложного. Чуть потом корректировки. Нарастим массу, придадим анатомические формы. Вот так. Все, всем до свидания.